Знаєш, Ань, про що подумала? Там парламент парламентом, але про буденне. Синоптики обіцяють нам вже завтра зниження температури до -21, друзі. Що, треба купувати пуховик? Так, я про це теж чула, терміново. Але я чула, що мова йде лише про східні райони що, України. Що ну, і там про пуховик. Ну, я тобі хочу просто... О, Боже! Купувати пуховик? Це твій? Ціни на пуховики в магазинах дуже кусаються. Пуховики подорожчали майже на 70%. Та ще й не хочеться кота у мішку придбати. Як замість пуховика з верблюда не натрапити на єнота? Ростина в куртки, наш мерзляк Філ! Тепло или вред здоровью? Я даже зимой покрываюсь пятнами аллергии. Тысячи пуховиков на любой цвет и вкус. И только десятая часть может действительно согреть вас, а не принести бронхит и пневмонию. Как узнать, что на самом деле внутри пуховика? Кошмар. Вот это китайцы жмут. Самые нелепые разводы продавцов. Есть немножко верблюжьего пуха. Верблюжьего пуха? Да. И как вместо пуховика не купить ватник? Узнаете прямо сейчас. У вас еще нет пуховика? Я помогу вам правильно его выбрать. Отправляюсь на охоту за хорошим, качественным пуховиком. Какие-то хорошие внутри котыши. Иду подготовленным. После консультации с экспертом. Он-то и научил меня читать этикетки. Мыть чувствительный, пожалуйста. Но к таким сложностям перевода я готов не был. Даже производитель постеснялся написать, что там внутри. Что это за катыши? Кизяки какие-то. Еще я убедился, продавцам верить – это самого себя обманывать. Большинство из них придумают невероятные невероятности и суперспособности своего товара, дабы только впарить его вам. Тут в сети, по-моему, есть немножко верблюжьего пуха. Верблюжьего пуха? Да. Верблюжий пух – это что-то новенькое. А верблюжий пух вообще греет? Они же в пустыне, верблюды. Там жарко. И есть ли он там вообще? Читаю этикетку. Вот тут же все написано. О, утеплитель. Полиэстер, 50-35 шерсть, 15 шелк. И шелка, мех. Енот. Енот, на верблюд, енот. А тут енот. Вместо верблюда – енот. Вот это фокус. Ну, хорошо, что я умею расшифровывать этикетки. А вот Майе от фокуса продавца не удалось уберечься. Продавчиня так певно запевняла, що це буде пуховик мені служити не один рік, на що я сподівалась, так? Хоча б два сезони поносити, тому що, знаєте, зараз ціни не вигідно брати по декілька пуховиків на один сезон. Продавщиця впарила дівчині пуховик, який уже на следующий день почав теряти пір'я. Бачите, пух вилазить. Схуд, мабуть. Ой, знаєте, схуд – це дуже так м'яко сказано, через те, що мені здається, що половина пір'я цього пуховика вже давно вилізла. Майн пуховик і ще парочку образців верхньої одежки я принес на осмотр Ярославі. Вона 7 років шиє одежду, розбирається в тканях з першого взгляду і з одного щупа може узнати, що внутрі пуховика. Якщо в курточці багато пір'яв і ми її будемо вот зжимати, то ми можемо почувствовать покалування. Перо нас будет колоть. То есть, если если как бы достаточно много пуха, то курточка она мягенькая, она не будет колоться. Запомните первый важный момент при выборе пуховика. Много перьев – это плохо. Хотя бы, чтобы было 70% пуха и 30% перо. То есть, также есть сочетание там 80% пуха и даже вот могут быть пуховички 90% пуха и 10% перо. То есть, это очень теплые, хорошие, на сильные морозы, там, или, допустим, в горы поехать на лыжах покататься. Вот мы и нашли, в чем проблема пуховика Майи. Здесь указано, что в этой курточке 70% как раз составляют, наоборот, перья, и только 30% составляют пух. Перья, в отличие от пуха, острые, поэтому прокалывают ткань. Вы же острый. Ай! Веретеном. Тогда ваш пуховик будет лезть, как старая подушка. Поэтому ищите на ярлыке пометку «Down». Это сигнал, что внутри находится именно пух. Чисто пух или с перьями? Нет, чисто пух. С
стопроцентный даун найти можно редко, и стоит он недешево. Поэтому такой заявочке продавца я очень удивился. А на этикетке что написано? А ну-ка, читаем. Ага, вот написано. 20 перо и 80 пух. А говорили, стопроцентный пух. Ай-яй-яй. Вот поэтому продавцам я бы не доверял. Читайте этикетку. Перья еще подписывают как фезер. Их должно быть не более 30%. И ни в коем случае не куриные. В таких вы замерзнете. Чаще всего используют гусиный и утиный пух. А гусиный более теплый. То есть более теплый, и он более дольше служит. Срок службы гусиного пуха при правильном обращении 20 лет. Утиного 5. Поэтому спрашивайте у продавца, какое именно пернатое пожертвовало свои перышки на курточку. А еще лучше читайте сами на этикетке. Важный показатель качества пуховика FP – Feel Power, или коэффициент упругости. Его часто указывают на этикетке. Он определяет, достаточно ли пуха в куртке и насколько легко она восстанавливает форму после сминания. У качественных пуховиков этот показатель не ниже 550. Если на этикетке Feel Power не указан, это легко проверить собственными руками. Можем сделать маленький эксперимент. То есть куртка, в которой много пуха, она должна, скажем так, после деформации быстро принимать свой первоначальный вид. Вот, то есть мы можем как бы вот взять, положить наше изделие, то есть его надавить и, ну, здесь уже у нас подзамученная курточка. Если пуха и перьев в курточке достаточно, то она должна надуться и обрести прежний вид. Надавливаем, держим, держим, жмем. Ну так, процентов на 30, наверное, она поднялась, как, ну, как да, тесто есть... у плохой хозяйки. Дальше вы увидите пуховик в разрезе, что кроется под тканями и подкладками. Быть или не быть синтепону? Какие последствия могут принести вам синтепоновые пуховики? Я даже зимой покрываюсь пятнами аллергии. Этикетки этикетками, а я решил заглянуть вовнутрь пуховика. Всегда мечтал об этом. Ну что, посмотрим, какая птичка совершенно добровольно, кстати, отдала свой пух и перья на это изделие легенькой промышленности. Итак, приступим. Ух, хорошо режет. Ювелирный. Тут у нас идет пух. Тут пух. Пух, чистейший. Да, то есть вот. То есть наша идет ткань верха, она не простегана, то есть то, что мы видели. Ага. И пух именно идет только изнутри, и вот идет еще дополнительный слой. Вам, чтобы увидеть, что внутри пуховика, резать его не обязательно. Если вещь качественная, от хорошего производителя, на ней должен быть прикреплен вот такой мешочек с образцом пуха и перьев, которые находятся внутри. Нет мешочка, нет уверенности в качестве изделия. Очень важно обращать внимание не только на начинку, но и на прошивку курточки, уверяет украинский дизайнер Алексей Залевский. Почему все вот эти пуховики идут изделия стеганые? Либо квадратиками, либо ромбиками, либо кубиками. Потому что если просто синтепон или же пух напихать в большой объем, то когда вы постираете, то у вас весь пух упадет вниз, да, или наверх. Квадратики и ромбики должны быть максимум 20 на 20 сантиметров. Иногда ячейки прошиты изнутри, сверху швов не видно, как в этом пуховике. В таком случае щупайте. Хорошо щупайте и измеряйте сантиметры. Да, тут 20 сантиметров. Исследовав рынок пуховиков, я заметил, что 80% дутиков не из натурального пуха, а из синтетики и с навороченными примочками. Например, внимание, с тефлоновой поверхностью. Знаешь, как это сделано? Люди не жалуются, покупают, нравится, потому что она не промокает. Теплигарная, значит, можно и на углях спать. Тефлоновая поверхность – это, конечно, хорошо, наверное. Но что в серединке-то кроется? 80 катон, 20 полиэстер. А, катон. Ну, тогда понятно. Если на этикетке значится катон, то перед вами вообще не пуховик, а самый настоящий – ватник. Он, во-первых, тяжеленный, во-вторых, согревает не так хорошо, как пух, да и ассоциации с ним не самые лучшие. И в них заводились всякие насекомые, потому что ватин делали из остатков производства легкой промышленности, и поэтому это дробили мелко ткани, и потом как бы валянием
из всего этого делали ватин. И там заводились довгоносики и насекомые. Популярная набивка в зимних курточках – синтепон. На этикетке он обозначается как полиэстер. Синтепон, он годится более для более теплого сезона, то есть это на весну либо на осень. Угу. То есть на зиму все-таки предпочтительно отдавать вещам, в которых идет... Еще один недостаток синтепона ощутил на себе Алексей Залевский. Есть люди аллергики, к примеру, как я. Я не могу носить синтетику и полиэстеры, и синтетические синтепоны, потому что я даже зимой покрываюсь пятнами аллергии. А есть люди, которые спокойно переносят синтетические материалы и нормально в них себя чувствуют. Синтепон часто делают из переплавленных пластиковых бутылок. В нем могут быть красильные вещества, вызывающие рак, формальдегиды и пестициды, хлорорганические переносчики. И, к сожалению, проверить на глаз, какой именно синтепон подложил вам производитель, невозможно. Еще один минус синтепона вы увидите уже после первой стирки. Когда мы наше изделие начнем синтепона стирать, то есть, то синтепон, он как бы сваливается, становится более плоский, то есть теряет в объеме. 28% теплосохраняющих свойств теряется уже после одной стирки. Вот смотрите, этот синтепон ни разу не стирался, а вот синтепон из курточки, которая пережила парочку стирок. Он мог быть изначально вот таким вот пышным, вот, но когда мы нашу курточку постирали раз, второй, третий, пятый, то есть это то, что от него остается. С десяток стирок и зимняя одежда превращается в летнюю. Испортить стиркой можно и куртку на натуральном пуху. Во-первых, конечно же, читайте на этикетке, при какой температуре и в каком режиме необходимо ее стирать. Но есть еще один секрет. Вам понадобятся теннисные мячики. Вместе с курточкой в стиралку бросаем 3 мяча. Они будут взбивать пух и не дадут ему сбиться в комки. Если вы еще не утеплились на зиму, вперед за пуховиком. И я пойду себе прикуплю, а то как-то похолодало. Главное, помните, рассказы продавцов про верблюжий пух не слушать. Пуховик щупать, этикетки читать. Это джекпот. 80% перьев и 20% полиэстера внутри. Кошмар. Вот это китайцы живут.